Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале... Хэмбо Гейм, да-да, это, блять, да, это наш канал. Извиняюсь за мой французский. Чё хочу сразу сказать, подписывайтесь, делайте. Короче, вы все поняли, будет внизу тут вот выскакивать хуйня вот эта вот, подпишись. Извиняюсь опять же за мой французский, он будет теперь постоянно, только в более нужной манере. Продолжаем проходить игру Souls 2 Remain. Сегодня видео будет покороче, потому что на это пипец, так залипать нельзя. Я не люблю людей, мне понравился тот, кто их пожирает. Андре Жид. Ну и пошел ты. На чем мы тут, короче, остановились? Как я понял, у меня, как бы вам объяснить, в общем, мы все подписаны на определенных блогеров. И вау, я не исключение. Да не, вы серьезно? Да я же только что это проходил. Камон, блин. Какую там третью мы откупоривали, если чё? Пятая. Strange. The candle sets a light if I touch it. Где ты? Почему? О, блядь. Да, я не помню. Подожди, подожди. Remember what I told you. Да, 13 лет тебе было, я помню. Ну это чучело, оно хотя бы не слышит, понимаете? То есть уже полегче. Господи, какое ты уродливое, а? Игрушка на самом деле-то тупая, в принципе. 7. 4. А почему ты идешь в мою сторону постоянно? Что тебе нужно, денег? Если я смоюсь от тебя. Я же все-таки тварь, а? Так, я не помню, там цифру 1, 3, 5, 10, 15, 20 открывал. Блин, ну ладно. Ну вот опять эта тягучка времени. Я не знаю, реагирует ли это чучело на... Так, девочка 13 лет, в длинном возрасте, бла-бла-бла. Аника мертва, та девочка, с которой мне только что довелось увидеться, да. Душика, рисунок, ну это я помню, да-да-да-да-да. Это вот мы полапали вот эту вот херню. Так, где-то свечка же должна... Но, я не помню. Мы вроде... Господи, я аж испугался тени. Мы вроде чпокали третью свечу. Ну, в смысле, не поняли, да? Жамкнули. Где эта дичь? Ой, нет. О, господи. Что она олицетворяет, мне интересно. 4, 2. Нет, блять, это 5. Туши нахуй. Я заперт, у нас сейчас откупорим. Я не понимаю алгоритм ходьбы этого чучела. Так, ни зажигалки, ничего, что я могу. Я могу ее сечь. Да это третий, я тебе говорю, я аж третий, блядь, джамкал. Блядь. Не иди сюда. Ну и чучело. В натуре, кто придумал прожектор с сиськами? Вот просто покажите мне этого человека. А почему тут 2/5?
Почему две пятых? Загадка. Цифра 2. 3. Вот, я нажал на троечку, и чё вот? Блять. А что, если, короче, нажать пятюню? Типа, дай 5. Типа, топ 5, дай 5. Вон эта херня. Ой, блин. О, блин, да. Чё происходит? О, экран сотрясся. Это такая вещь, она как бы особо-то и не пугает. А, я понял, нужно, чтобы получилось число 13. Извините, я дебил. Да, я дебил. Это мне нужно что? Это мне нужно 7, блядь. Ты что так близко? 7, 8. Это нужно 8. Remember what I told you. Ты ко мне идешь? Че, ко мне идешь? Ты че, блядь? А, я же 8 нажал. А че за дела? Ну, один я не могу найти. Я не знаю, где она тут, блядь. Обитает? Да ты заебала тут обитать, сука. Че непонятно? Вот 5. Вот 8. Все. Remember what I told you. Блять, ну в чем комбинация-то, наверное? Я не помню, блять. Помнишь, что было 3? Может быть 7? How old was I? Сколько тебе было? 13 лет, сука. Саново бичес. Это, сука, 8 и 5. Или ты хочешь, чтобы я нашел 13? Окей, я не помню, где первая, блядь, свеча. Типа 1, 3. Ну где я тебя найду? Единицу, блядь. Ты шо, блядь, ебанутая, что ли? А если стул вот тебе бросить? Ну, ты его уронишь? Да где это, блядь, хуйня? Эй, блядь. Сисястая хрень. А, ну отлично, да. А, извиняюсь. Да господи. Так. Понятно. Что ничего не понятно. Где, блядь, первая свеча? 2, 5. Хорошо, 5. Две пятерки, понимаете, в чем дело? Две, сука, пятерки. Ебать ты, санина, конечно. 5. Где ты там прешься, блядь? 5. Ааа! Бейте меня. 3. Давайте найдем 10. Может быть, будет 10. Вот она, сука. Мразь. Да, тебе было 13, когда ты умерла, я знаю. Да, конечно, нам удастся открыть дверь. Прожектор уже бесит. Успеем ли? Да успеем. Оп. Вот и все, мы заскочили. Год назад, Дарман, да. Мы это видели. Здорово, типок, тебя не существует, да, все хорошо. Так, не ты. Что-то мы должны были сделать, я что-то уже и запамятовал. Это надо будет перемотать, это вообще не дело. Вот, все.
That opened the door. Да, дверь отпорилась. Ага, ниже тут херня. Из-под коня. Ну и что? И что? Блять, нахуя меня опять к ней телепортануло? Ага, половина еще и, блядь, закрыта, блядь, отлично. Ну это вообще не Варнас. Это типа должно было создать какую-то сложность для меня, да? Лишь бы она сюда не пошла, лес. Хорошо, хоть у нее не рентгеновский прожектор. Залупа, конечно. Ты, блядь, пройдешь когда-нибудь, нет? О, блядь! Нихуя себе, иди ты нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Блять, сука, пизда тупая, пошла ты нахуй, пошла нахуй. Ёбаная дичь, блять. Как она быстро сорвалась, блять. О, картина-то какие эпичные. Дезер, демон мести, да-да-да, я знаю, я в курсе. Блять, это пиздец. Известный делал лучше неизвестного, да? Да, знаем, проходили. Этот момент, блин, был эпичный. Я хотел вырезать сначала, ну, чтобы добежать до этого момента, но нет, это, сука, чертовски эпично было. О! Здорово, мужики! Опять вы? А чё это я во тьме? Вы даже не подойдете, не поздороваетесь? Да? Ну, вы просто, я так понял, модельки, короче, такие, типа, криповые. Так, кажется, меня сюда что-то привело. Здорово, мужики, чё, как оно? Ладно, бог с вами. Так. Ну, свет я, естественно, выключать не буду, я же не дебил. Блин, а где-то я видел, короче, у одного известного блогера эту херню. Заблокирован, узнать пароль, не вряд ли удастся. Ну, это естественно, да. Дата рождения, блядь, или 1, 2, 3, 4, 5. Ух ты, а чё калитку-то закрыли? Зачем? Ребят. Hello. You, sir, can you hear me? Да. Здорово. Как у вас дела? Ладно, у меня зажигалки-то пока нету. Так, ты тоже меня тут ждешь? Это что? Чем на этой двери цепь? У меня тоже вопросы. No, никаких сюрпризов, тут никого. Ну, здесь есть эти, пизданутые. Андрея хотела, чтобы Рози научилась играть на пианино. Молодец. Так, тихо. Дорогой мистер и миссис Харрис, я пишу вам это письмо, дабы уведомить вас о посещаемости Марка. Марк пропустил 5 из 16 занятий за последние 4 недели. Это означает, что его показатели отсутствия составляют 31%. Я полагаю копию отчета о посещаемости к письму, чтобы вы сами убедились. Частые прогулы негативно скажутся на успеваемости вашего сына, поэтому я прошу вас позаботиться о нем. Позаботиться о нем.
о том, точнее, чтобы в дальнейшем Марк посещал занятия регулярно. Я понимаю, что в прошлом году ему пришлось нелегко, но если он продолжит пускать занятия, то сможет получить пиздюлей. Свяжитесь со мной, если захотите обсудить данную проблему. Искренне ваша, Синди, там, что-то там, школа. О. Да пизды. Я же не Марк. Блять, ты даже в туалете. Че, дрищешь, что ли? Я дрищу. Блять, ты тоже. Я дрищу. Так, хорошо. Не могу идти в темноте. Конечно, включите свет на втором этаже. О, блядь. О, бля. Нет, это, короче, да, это не то, бля. Это вот... Не откупорят? И свет на втором этаже, нет? Опа. Хоть в тубзике теперь светло, уже радует. А где еще свет включил, интересно? Где-то включается. Это ж как так надо, да? Включатель расположен, хуй пойми где. Ага. А если она тот нажму? Вы меня не чпокните? О! Видал, чума? О! Да будет везде свет. Блин, ладно, иди в жопу, ты меня смущаешь. Ты меня волнуешь. Где включается светка на второй этаж? О! И далее. А я-то в шкафу. Я вас двигал, ёпта. Так. Крепоненько открывается. Но это на это все, да? На этом наша крепота закончилась. Во, это что такое? Плоскогубцы. У меня такие в кладовке лежат, ага. Ой, бля, что за... Открывайся, дверь. Ага, тут ничего. Ага, тут тоже ничего. Но, ну, как бы, блин, обидно, конечно. Зачем мне плоскогубцы, правильно? Чтобы откупорить эту дверь. Анимация просто на уровне. О, отлично, да. Что может быть лучше спуска в подвал, действительно? А? Светка. Что здесь? Тут ничего. Тут тоже ничего. Че, кого-то чпокнули? А, клоуны. Я обожаю. Вау. Wow, right. Ярко, да, не спорю. Так, блядь. Найдите путь через дом, включите свет во втором этаже. Окей. Я не понял нихера. О. Не, так дело не пойдет. Подожди, давай еще разок. А ты кто? Клоунов я, да, ненавижу, я согласен. А меня кто-нибудь убьет здесь, интересно? Это что? Где свет на втором этаже включается? Марк, иди домой после школы. Мы хотим, чтобы ты был дома до наступления темноты. Я позвоню 7 вечера, чтобы проверить, дома ли ты, папа. Папа. Яблочки тут все. А есть кто интересный? Мне не нравится звук. Он криповый. Чё как идти, куда идти-то? Где свет-то, блядь? Где рубильник, блядь? Чё это было? Был свет. Ну ладно. Просто, блядь, комната 4x4. Так. Уйдите. Чё за дела? Как светку-то включить? Надо включить как-то свет, а я не шарю нихера. А, ну ладно.
я понял. Отлично. 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 И свет везде. Ну вот, хорошо. Маркус сейчас тяжко, он пытается смириться со смертью Кенни, бла-бла-бла-бла-бла. Лиз пытается унять боль с помощью таблеток. Я все понял, принял. I can relate. Бухлишечка, батя спился. Ну, классика, короче, классика. Пуфики, ну у них, в принципе-то, все выглядит нормально. Ну что там пароль-то? Ай, ладно, в принципе, неинтересно. Так, светлая память Кеннеди, жизнь твоя была благословением, память о тебе бесценна. Любовь к тебе не выразить словами, скучаем и скорбим безмерно. Ну, стишочек так себе, конечно, ну ладно, скорбите себе на здоровье. Так, ничего. Здесь нет, ничего. Даже бугимена не найти, ужас. А мог бы быть, мог бы быть. Блять, здорово, мужики. Чё, как оно? Ладно, у вас там тройничок, я смотрю, блять, на кровати. Так, это что? Тара, струнки, херня какая-то, блам-блам. Чё дверь-то закрыли? Я не понял. Ситуация сос. Это ещё что? И что? Выпустите меня. Кажется, где-то я уже видел. Синдраком, что-то такое. Опасно. Опасно. Отпусти меня. Выпусти меня. Я-то очкую, Камон. Так. Взял какую-то книжку. И все у меня зависло, не? Урок истории был скучным, бла-бла-бла. Ну, короче, понятно, это его дневник, банда у него там. Он, короче, все, всех пиздит, я так понял. Понятно. Ага. Короче, дети прессанули девчонку, я понял. И убили ее случайно. Аника? Давай, не вопрос. Только я... Ладно, ладно. Где ты? А, вон ты. Простите или осудить? Ну, я считаю, что нужно... Блять. Я не знаю, ты где, блять? Я думаю, надо простить. Что решить? Ты говоришь бессмысленно. Конечно. Он ревет, ему хуёво, конечно. Отпустите ребенка. Как все узнать? Кого хрен? Я хочу спасти парня. Марк вместе со своими друзьями издевался над Аникой. Так издеваться-то издевался, но он же ее не ну как бы, блять. Ну он ее шлепнул, но, блять, я не хочу его убивать. Не хочу. Да, я следую за тобой. Давай, куда? Где ты? Где ты есть-то, женщина? Анька. Так, ну вы не Анька, извините. Нет, это не то, нельзя убивать людей, потому что, ну, тебя очко. Ты чё, кто-то такой? Ну, как бы, блин, ну, нельзя быть такими, как эти люди. Ты потом просто в них же превращаешься, ты становишься таким же ушлёпком. Где ты? Блин, куда ты пропала? Ой, ладно, закройтесь уже. Блин, ладно, калитка не закрывается. Где ты? Не, ну серьезно. Не шутя, ты исчезла просто. Следуй за мной. Как тебя спасти? Поц. Help me, понятно, ты плакал, блядь. Я все понимаю прекрасно. Я не судья, вообще не судите, не судим будете, да. Так, что за дела? А где? Куда она исчезла? Метелка. Аника, куда делась-то? Блин, ситуация отвратительная. Так я же все вроде нашел. Марк сейчас тяжко, он пытается смириться со смертью, да, я понял. Блин, да где ж ты, блин, прячешься-то, Ч,
еще вот это. Мистер и мисс Харри, после нескольких сеансов с Марком я смог оставить для тебя отчет о его психологическом. Прошу помнить, что это только предварительные данные. Я рекомендую продолжить сеансы на беседу, чтобы заключить, что у Марка была очень крепкая связь с его братом Кенни. Да, ему было плохо, вся фигня. Марк нашел близко. Он проецирует свою злость на других детей, заставляя их тоже страдать. Он тяжело, да, переживал смерть брата. Ну, блин, он любил брата, да. Ну, не скажу, что его можно было понять, понимаете? Ну это да, но это защитная реакция ребенка, ему было больно, ему было тяжело, но это был, да, я согласен, это был не повод унижать других детей. Ну, как бы, блин, я не знаю, я теперь не знаю, но, как бы, я не хочу зла желать ребенку. Поэтому, как бы... Доктор попросил меня написать о моих чувствах. Он сказал, что это поможет. Только я стал такой же сильный. Блин, я рад, что вы далеко от меня. Ну там еще, наверное, что-то, да? Так, бедный Марк, наверное, да? Тут есть что? Блин, там, наверное, есть что, да? Я рад, что ты стоишь. Просто стоишь. Там и стой. Что это? Ага. Прямо включателя, да? Ну и пошел ты. Да блин, ну серьезно. Следуй, горит за мной. Да базара ноль. Не вар. Мне не зажигалки, ничего. Он издевался над девочкой, это понятно, но походу нам придется. Ага, даже в... Нас даже в потусторонку не пускает, короче. Типа, ну, вы пока недостойны, вам нужно решить, что делать с пацаном. Давай. Да, пока его брат не умер, он был хорошим. Только после того, да, как это случилось, он превратился в бессердечного ублюдка, наслаждающийся жизнью. Но факт остается фактом, а не камертал по его вине. Он забрал жизнь, но вечное мучение. Так что решай, будет ли Марк Харрис прощен или заплатит за свое преступление. А как это решить? Как это решить? А, вот. Но он ребенок, мать вашу. Господи, боже мой. Воу. Надо бежать, короче. Что происходит? Открывай калитку мне. Что за дела? Я что, в ад попадаю, да? Ух ты! Oh crap! Воу! Мы сами дьявол свой, и целый мир мы превращаем в ад. Оскар Уайльд. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, закончим. Ставьте свои лайки, подписывайтесь, жмакайте на колокольчик, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на мой Twitch. В пятницу будет стрим. В группе ВКонтакте вы увидите последнюю новость о том, что будет на стриме и когда. Так что, давайте, ребят. Успехов, счастья и здоровья. Так, что тут, блять, может быть? Да, участок у полицейского полов. Ладно. Всем пока.